я вот сейчас без пафоса очень сильно боюсь и волнуюсь. Да. Но дело в том, что мы сегодня, вот сидя в такой мизансцене, абсолютно честно и находимся в состоянии наготы актерской и вызываем вас, людей, как это слово, твиттерящихся, работающих, пишущих, в блог-сетях, любых интернет-ресурсов. Мы сейчас будем состязаться. Мы будем вместе с вами выяснять, у кого круче нереальность. Но основой всего этого мы берем ваши блоги как современную драматургию, и мы рассматриваем это сегодня как для драматургии, для создания спектакля здесь, сейчас, у вас на глазах. Да, ни слова, ни Чехов, ни Шекспир, ни даже Островский, ни там Дурненков, Миша наш любимый, станут материалом для драматургии и для пьес. А вот как бы, да, вот так представляем. Вы присутствующие здесь, наши авторы сегодня. Итак, создаем вместе пьесу, находим, где же она реальность реальнее всего. Ну, добро пожаловать в блоги! Я сейчас коротенько зачитаю. Да, вот это трудно поверить, но это все-таки свершилось. Алматинский метрополитен начал работать. Сегодня я и биопсихоз решили прокатиться на восьмом чуде света в алматинском метро. Вдвоем вот так вот, понимаешь? А там нельзя.
И вот понимаешь, вот это актуально, я считаю. Ну, здесь как жизнь, а там и рельсы, понимаешь? И это рельсы вот все-таки бы нельзя. Чуваки, упадешь. Кажись, идет. Кажись, идет, чуваки. Кажись, идет. Идет, чуваки! Давай, давай, идет. Ну так все шататься начинает.